этой школе за этот совместный проект. И, собственно говоря, вот мы сегодня Диане Красиновой за участие в этом совместном проекте. Мы хотим ей диплом вручить. Спасибо. Спасибо. Диана сделала журнал «Дачный год». Она, может, сейчас про него расскажет. Расскажешь? Что? Как делала? Она много чего сделала и здесь вот. Тоже. Вот. Получается, в журнале «Мода» много разных работ. Это не только мои работы, это работы других учеников, это работы, это очень красивые работы. Мне понравилось их вместе все складывать, потому что, рассматривать работу каждого художника, это очень интересно, потому что все в одном образе видят разные вещи. И все работают с одними и теми же, например, там, красками по-разному. Вот, так что, мне еще очень понравилось рисовать кота. Вот, там. Чертополохи вокруг него. Это мой. Очень мне понравилась эта работа. Я прям думаю, не на обложку ли ее поставить. Замечательная просто. Спасибо. Замечательно. Мне понравилось его рисовать, потому что, он, мне кажется, получился очень милым, и, мне все эта работа очень нравится, вот, и я рада то, что автору тоже все очень понравилось, вот, спасибо. Давай.